Люби лазити, люби тренуватися, люби подорожувати. Ти маєш любити перемогу так сильно, як одні своїх поразок та помилок. Щоб бути кращим якнайдовше, ти повинен пройти багато складних кроків у цій справі. Автор цього крилатого вислову – відомий канадський професійний скелелаз, неодноразовий чемпіон світу Шон Маккол. Свого часу спортсмен підтримав і загальновідоме твердження, що скелелаз – не той, хто підкорив вершину, а той, хто з неї спустився. Подорожі у вертикальний світ стали частиною життя і наших гостей. У студії сьогодні представники громадської організації «Скелелази Кривого Рогу» Ольга та Олег Гринченки. Програма «Спортивна середа» стартує. Дякую, що завітали до нашої студії. Добрий вечір. Олежа, нещодавно дізнався цікавий факт з вашої біографії. До 40 років ви нічого не знали про скелелазіння. Як таке сталося? Из-за того, что город был, у нас как бы некоторые направления спорта были. Каждая ДЮСШ строилась под определенные виды спортивные. И я пошел на борьбу. У нас построили ДЮСШ-5 и пошел на борьбу. Мы особо никуда не подорожевали в плане в горы куда-то, на это, кроме Крыма, на море. Знаете, когда мы едем в Крым, мы все думаем, что мы едем на море. Ассоциативно мы... Да, а никто ж не оборачивался и не смотрел. Ну как, виртуально все смотрели на эти горы и скалы. Но у меня ассоциации, что меня... И с горами, со скалами вообще не было. Я никогда даже не знал того, что есть такой вид спорта. Это правда. І все ж таки, після 40 років, дізнавшись про цей вид спорту, я так розумію, що мали велике бажання присвятити іншу частину життя саме цій справі. Розкажіть про те, як все почалось. Я активно займався спортом где-то до 27 років. И потом был перерыв, в плане перерыв уже как ты семья, дети, надо зарабатывать уже деньги, уже тебя на спорт меньше времени, уже надо больше уделять времени, таким социальным вопросам, социальным. Вот. И особистым. Особистым, точно. И поэтому, спорт как бы я убрал на второе место, а на первое место поставил семью. И в определенный момент, когда уже все сложилось, уже у тебя вроде бы все есть, ты думаешь, что как бы так себя хорошо чувствовать. И вот точно пришел кризис среднего возраста, 40 лет. Я сначала начал бегать вокруг поселка, но не нашел прихильников, знаете. Потом купили велосипед, начал ездить. Тоже мне не понравилось, что от дороги воняет, а таких... велодорожек интересных нет фактически. Ты фактически ездишь только вдоль дороги. И я как водитель, я понимаю, что выходит с машины, и я когда еду, сам нюхаю. Я как бы велоспорт, велопроезд такой, не зашло. И тут мы чисто случайно сидим, друг с другом разговариваем, листаем журнальчик, там такие интересные картинки. А что бы не попробовать? Интересно было бы попробовать. И раз. И когда ученик готов, учитель найдется. Позвонил, разговаривали с нашим знакомым. Он говорит, так у нас там знакомый занимается на металлургов скалолазанием. И мы такие, поехали. И вот так зацепились. Сразу же мы поехали в Крым. Это 2010 год. Да, сразу же мы поехали в Крым. И я такой понял, так можно отдыхать. Ты живешь в кемпинге в Гурзуфе, напротив у тебя море, 5 минут до моря спуститься. Ты живешь в лесу, в палаточке, чистый воздух, не озеро, я бы сказала, этот водичка, как он называется, вот этот джерело. И так хорошо, задешево можно себе. Я говорю, так это нам подходит, будем дальше так это развивать. И следующий момент... Ще гитара, посидіти біля вогнища теж? У меня не было такого опыта на гитаре. Это ж Кривий Рог, все детство мое прошло. В другом развитии чуть-чуть. Но активно мы выживали все время молодыми подростками. Но следующий момент. Я увидел людей, тех, кто занимается этим видом спорта. И это для меня было ключевой, потому что... Много таких вопросов, что можно сдаться. Там погода не такая, далеко ехать 17-го на металлургов, еще что-то. И ты мог сдаться, просто один раз стоит не поехать на тренировку, и
в следующий раз уже ты вроде бы так нормально не поехать. Но меня промотивировали те люди, которые занимаются этим видом спорта. Я смотрел на них, и это для меня лично было таким главным моментом, что ага, если я буду заниматься тут, то я буду через некоторое время, там 10-20 лет, так выглядеть, как они. И не скучно. Знаете, я не могу там на тренажеры ходить. Ну, это лично я. Вот для меня это как бы однообразно. А тут ты для себя открываешь скалы, физический спорт и туризм. О, это нам подходит. Вот и все. Вот это. И так оно зацепилось и поехало так дальше, дальше, дальше. И теперь мы начали объединять вокруг себя каких-то людей, наших знакомых, начали подтягивать и говорить: идите, идите, идите. И они тоже как-то воодушевили, зацепились, потом начали приглашать просто людей, прохожих. Ну, давайте звати. Вже ця історія у продовження нашої теми хорошо. Спілкування. А наразі запитання до Ольги. Ольго, я знаю, що ви не одразу підтримали захоплення чоловіка. І у вас навіть були такі певні між собою конфлікти. Да, так казати. Називемо своїми іменами. Звісно, були конфлікти, тому що отак, якщо представити ситуацію, да, вот, там, сім'я, вроді, все вже понятно, да, то есть, який нам нравиться отдых, і все. И тут раз, и муж увлекается новым видом там, активности, спорта. Еще мы как спорт прям такой вот не особо не рассматриваем. Что происходит в этот момент? Как правило, всегда любой человек, когда увлекается, он инвестирует туда время, деньги, он начал ездить на соревнования, на тренировки. Покупать. И вот покупать снаряжение. И я как жена такая думаю, так, стоп, что происходит? Нібито в своє задоволення. Да, он вроде как бы и кайфует, а я как-то так, ну, вообще ни при чем оказываюсь. Плюс еще, получается, деньги идут мимо кассы, да, там время, внимание. Но у нас как бы все время, ну, а почему так было? Он сначала тоже пробовал, да, то есть он же, ну, не, любое такое увлечение, оно же не может как бы с первого взгляда, да, вот прям понять, да, это все мое, это сейчас мы можем уже через 10 лет сказать, что это был такой путь, да, вот полюбить, и с моей стороны полюбить скалолазание, у Олега тоже был путь, я точно понимаю, что не с первого там года или двух он там увидел для себя, что это может быть его не просто хобби, да, а то, чем наша семья будет заниматься долгое время. Я вот несколько лет над всем этим наблюдала, думаю, так, стоп, что происходит, потому что он говорит, ну, поехали, посмотришь. Честно скажу, у меня тоже не было такой какой-то информации много, да, про скалолазание. Как вот было, и сейчас до сих пор многие люди путают скалолазание с альпинизмом. И я такая думаю, что это вот люди, там, их пару человек, они идут в горы, там, что-то в палатке. А я же люблю, чтобы у нас были какая-то движуха, команды. Ну, больше, чтобы было веселее, чтобы было с кем разделить впечатления, скажем так, с кем поделиться, потом вспоминать там через несколько лет, а где мы были. И вот, получается, я себя абсолютно не видела, ну, в этой физической активности. И я понимаю, что я как бы не спортсменка особо, я там не искала на тот момент для себя какой-то нагрузки такой физической. Раз приехала, второй раз приехала, понимаю, что я как-то не особо в теме. И, естественно, мне это ну, было не по душе, потому что у нас были разные уже на тот момент интересы. Но со временем, знаете, когда мы понимали, что мы как семейная пара, да, хотим и дальше вот иметь совместное впечатление, потому что наше глубокое убеждение, что в семейной жизни, чтобы она была, знаете, приносила удовольствие через 20 лет и через 30 лет, нужны совместные впечатления. И вот мы потом, я такая думаю, так, стоп, ну лазить я как-то вроде бы там попробовала, ну вот так не захопилась, можно так сказать, но я увлеклась другими вопросами. Я поняла, что я могу быть полезна, научилась страховать. Вжилися в роль администратора, да, потом уже дальше администратор и все. И таким образом получается, что я нашла просто свое место. Ну, со временем меня увлекло само по себе вот идея. Видела, как у людей меняется настроение и на любых выездах на скалы. После выезда всегда лучшее впечатление, чем до.
это ключевой момент, и когда мы уже в перспективе стали более активно развивать именно скалолазание для всех желающих, я просто видела, насколько у всех, абсолютно у каждого человека меняется настроение, впечатление, и вот это воодушевляет, честно, больше всего. Наступне запитання до вас обох. Що, от прийшов час, коли ви створили громадську організацію «Скелелази Кривого Рогу». Що на сьогоднішній день пропонує городянам та гостям нашого міста організація? Що ви пропонуєте? Ваша візитка. Да. Ну, от я розкажу, тому що я в основному, речник нашої громадської організації. В самую первую очередь мы предлагаем в различном формате мероприятия по скалолазанию для всех желающих. В различном формате. Это день такой, может быть, новичка. Вот человек без навыков, без специального снаряжения, без опыта, без никакой физической нагрузки, но с желанием получить новое впечатление, попробовать этот физической, новую физическую активность или такой активный отдых для всей семьи. Он к нам приходит, то есть подписывается в первую очередь на нашу страничку, следит за нашими анонсами, регистрируется за пару дней до мероприятия, приходит, и мы организовываем от А до Я прокат страховочных систем, страховщиков, обед, хорошее впечатление. Это такое самое популярное, будем так говорить, мероприятие. Досуг. Потом очень часто просят нас сделать такие корпоративные мероприятия, потому что владельцы сетей, бизнесов, которые есть в нашем городе, они заинтересованы, естественно, в таком, знаете, в сплочении коллектива, не только в совместной работе, но и в совместном досуге, ближе знакомиться, узнавать. И у нас большое количество действительно желающих, которые приезжают на такие корпоративные мероприятия. Плюс соревнования. Да. И плюс еще и такое соревнование-фестивали мы организуем, потому что тоже есть много людей и постарше, и дети, которым надо, знаете, такой соревновательный момент, попробовать свои силы. Это круто. Я навіть знаю, де такі смачні обіди, про які ви сказали, відбуваються у посиденьках саме. Да, да. Це вже секрети, які відомі, вони вже просто існують, їх вже можна побачити, і їми ви ділитесь у соцмережах. А за останні роки наші сьогоднішні гості стали постійними відвідувачами однієї з найбільш екстремальних локацій Кривого Рогу – Червоного мосту. Чимало місцевих екстремалів і навіть гості з інших міст, які захоплюються підкоренням висоти, визнавали, що цей скеледром за вишки у 30 метрів – дійсно найвища локація для екстриму в Україні. Для того, аби зрозуміти це, пропоную переглянути наступну відеодобірку. Ви знаєте, після перегляду цього відеоролику у мене, наприклад, мурашки по шкірі. А от якими враженнями ділилися з вами
першопроходці, будемо казати так, дилетанти, дебютанти цієї справи, коли відвідали саме оці от скелі, такі штучні скелі Червоного мосту? Ну, наверное, я хочу рассказать по поводу первого впечатления. Знаете, помнится каждого участника первого впечатления, потому что когда даже люди только приходят на локацию, и они видят вживую Красный мост, он уже впечатляет, это раз. Но я хочу поделиться впечатлением. Когда люди приходят первый раз, я им говорю, пока вы сюда едете, вы такие все герои. Но только вы сюда подходите, видите, вы сразу начинаете себя отговаривать. Ну, у меня руки, у меня ноги, мышцы, дети и все остальное. Ну, и тут, если ты себя переборешь, вот тут начинается еще там внизу самый основной вот этот момент. Да, мы их впечатляем и говорим, ну, да, давайте. Да, ну все молодцы. Я по поводу вот первого впечатления. Вот самое яркое, что мне запомнилось в прошлом сезоне, может быть, это потому, что это уже был финальный, почти финиш сезона, это приезд Евгения Синельникова, передача «Орел и Решка». Вы можете посмотреть на канал, на YouTube-канале «Кривой Рог». Ну, «Орел и Решка», «Кривой Рог». Так вот, просто аж, когда он приехал, ну, я понимаю, что человек такой уровня, он разное видел, да, локации, скалодромы. Я так думаю, что особо, ну, чего-то такого от Кривого Рога, да, вот он ожидал там шахты, карьеры, но то, что на мосту, вот он как-то, он и сам не ожидал. Но он был реально потрясен. Он говорит, ребята, это крутяк, ну, то есть он же залез туда, то есть как он лез, как он слазил. Можете посмотреть в Ютубе. Но он был под таким впечатлением, и уже как бы, естественно, не на камеру, мы разговаривали, но говорит, ну, вот это реально круто, потому что действительно эта локация, она кардинально отличается от всего, что есть. Во-первых, подобного ничего нет в Украине, потому что есть либо скалы, либо искусство. Искусственный скалодром, который, да, вот построенный. А вот здесь опоры старого моста, это такой, знаете, пример ревитализации, да, то есть когда уже промышленный объект, который не используется, который уже был у Занепади, да, то есть у него вот такой модернизация небольшая вдохнула новую жизнь, стала объектом, да, там туризма того же самого, потому что когда что-то происходит, да, там начинаются фото, видео, реклама, это реклама города, это брендирование города, фотки моста на всех бигбордах и в Киеве, и в Харькове, в Одессе показывают, то есть это, ну, реклама города, и для жителей вот самое главное то, что все говорят, неужели вот так вот у нас в черте города можно классно провести с семьей выходной день, ну, как бы, собственно говоря, никак не подготавливаясь к этому, да, то есть это не надо там 3 дня собираться, куда-то далеко ехать, какие-то там снаряжения, то есть мы все полностью организовываем. Почему? Потому что мы ставим себя на место того новенького человека, потому что мы сами как бы не для медали это все делаем, а для популяризации, знаете, для классного, активного семейного отдыха всей семьей, а вот кому уже надо будут медали, кто увидел себя как в спорте, есть масса возможностей, мероприятий, то впечатления Евгения Синельникова, это были, наверное, самыми яркими, он там, ну, просто был в захвате. Другого слова не могу подобрать. Мені підказують, що час нашого спілкування добігає завершення, а оскільки у нас така тема дуже масштабна, і ми ще не поговорили про інші локації, які ви використовуєте для цієї такої цікавої справи, як скелелазіння, пропоную уже зібратися у весняному циклі, коли ви вже вийдете, як то кажуть, да, на відкрите повітря. Тобто це стане форматом нашої другої зустрічі. Але пропоную вам, Ольго, і вам, Олег, саме зараз все ж таки представити цьогорічний сезон, що підготували, які напрацювання маєте? Ну, ми почнемо 10 апреля. 10 апреля на скалі Орліне гніздо на Гданцевці. Це буде такий вводний в курс в скалолазанні. Іменно
на той території, тому що ми хотімо, щоб люди знали ту часть. Ми за неї опікуємося, будемо так говорити, тому що до нас було там не очень чисто, а зараз ми, ну, і ми хочемо людям показати, і всім показати, що є такі скали, і є така достопримічательність, і от вона тут. Слідуюче наше мероприятие буде 25-26, да? Да, апреля. Тоже ми зробимо такий еко-вікенд для людей, щоб вони посмотрели на скали Мопра, начали участвовать, тому що ми видим, що там не дуже чисто, і зробимо таку уборку, і пригласимо всіх, і общественность, і вас, в тому числі, к этой акції. Чим більше людей буде знати об цих локаціях, тим буде там, ну, намного культурней. Ну, обмежимося презентацією цих заходів. В принципі, всі заходи, які будуть проходити цього року, кожен криворіжець і гість нашого міста зможе побачити на вашій сторінці 100%, так, у мережі Facebook, принаймні. І в Instagram. І в Інстаграмі. А наша з вами буде мета частіше зустрічатися і будемо знати про вас більше. І навіть зустрінемося у форматі нашої другої зустрічі саме тут, у нашій студії на телеканалі «Рудана». Розвиток усіх груп м'язів, спостережливість, пам'ять, рішучість, сила, витривалість, гнучкість та координація. Гадаю, всіх цих рис та вмінь цілком вистачає, аби не просто скласти враження, а вписати скалолазіння до списку потрібних, а головне – дуже цікавих спортивних дисциплін. Не менш важливою є і соціальна складова, яка об'єднує цим захопленням мільйони людей. Бути на висоті, як в буквальному, так і в практичному сенсі – завдання, що ставить перед собою громадська організація «Скалолази Кривого Рогу». Темою нашої програми були особливості життя у вертикальному світі. Поринути в нього або ні, звичайно, кожен вирішує для себе сам. Але якщо хтось обере для себе навіть роль спостерігача за складними підкореннями вершин, гадаю, точно не пожалкує. Це була програма «Спортивна середа». Зичу вам спортивних та життєвих гараздів і на все добре.